Евгений Верясов предпринимателем стал 1,5 года назад. Решил заняться срочными грузоперевозками. Услуга оказалась востребованной. Евгений перевозит яхты, квадроциклы, запчасти по всей России. Говорит, чтобы развивать бизнес дальше, не хватает знаний. За ними и пришел на сегодняшний семинар. Пришел сюда на семинар за тем, чтобы получить дополнительные знания, чтобы быть в ногу со временем и понимать, что ты делаешь, и дальше развиваться. Вот я здесь. Все о социальном контракте. Семинар под таким названием прошел в Самарском бизнес-инкубаторе. Его провела Екатерина Алмакова, руководитель центра «Мой бизнес» Самарской области. Речь шла о том, как запустить собственное дело, с какими сложностями сталкивается предприниматель на первоначальном этапе, на какие меры поддержки может рассчитывать со стороны государства. Спикер рассказал о том, зачем регистрировать бизнес, какие преференции в этом случае получает предприниматель. Наши семинары рассчитаны вообще в основном для начинающих или для потенциальных предпринимателей, но, в принципе, действующие предприниматели могут найти для себя что-то новое и полезное на наших мероприятиях. Чтобы запустить бизнес, предприниматель может заключить социальный контракт и получить финансовую поддержку от государства на развитие своего дела. Для этого нужно обратиться в службу соцзащиты. Там помогут составить бизнес-план. Сумма поддержки до 350 тысяч рублей. Самарский бизнес-инкубатор на регулярной основе проводит мероприятия, которые помогают и малому бизнесу, и самозанятым в продвижении своей работы. Мы приглашаем лучших спикеров, которые могут рассказать о проблемных местах ведении бизнеса. Кроме того, к нам часто приходят в качестве наставников бизнесмены, у которых уже развит бизнес, которые могут помочь советам практическим. Для предпринимателей семинары проводят бесплатно не реже 4 раз в месяц. Информацию о них можно узнать из рассылок в соцсетях. Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События.